Дорогие подписчики, разрешите представиться. Меня зовут Икегами Масаки. В прошлом месяце я был назначен на пост заведующего информационным отделом посольства Японии в России. Я уже работал в Москве в периоде 95 по 8 и 2007 по 11. И я очень рад вновь работать в Москве уже в третий раз. Я настолько люблю русскую культуру, что за 3 года моей последней командировки я посещал театр больше 200 раз. Я считаю, что самое замечательное в России то, что культура мирового уровня общедоступна широкому кругу людей. Каждый выходной я пропадаю в одном из театров Москвы и на других культурных мероприятиях. Если увидите меня, не стесняйтесь поздороваться. Прошу любить и жаловать.